В столице стартовал республиканский детский форум-фестиваль «Казахстан. Дружественный к ребенку», приуроченный ко Всемирному дню ребенка. Принять участие в форуме приехали более 300 школьников из разных регионов страны. Среди них победители международных и республиканских олимпиад и творческих конкурсов, а также лидеры детских общественных объединений. С открытием фестиваля его участников поздравила государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова. В течение 2 дней его участники будут демонстрировать свои достижения и обмениваться опытом. Также юные дарования посетят главные достопримечательности столицы. Форум продлится 2 дня и завершится гала-концертом. Сам форум основывается на 25-летии независимости Казахстана. Я бы хотел извлечь очень много вещей для самого себя, для того, чтобы понять, что именно ждет Казахстан в будущем, к чему мы должны стремиться и вообще какая цель нашей жизни и самого Казахстана. 25 лет независимости мы сумели достичь довольно-таки огромных высот. Казахстан именно направил весь мир на созидание, а не на разрушение. В будущем я хотела бы сотрудничать, представлять Казахстан на международной арене, работать в международной организации. Телефон доверия для детей теперь есть в Казахстане. Его запуск стал одной из мер по улучшению защиты прав детей. По номеру 111 обратиться в колл-центр теперь может любой ребенок. Готовится целый колл-центр, и в пилотном режиме до 1 января. С 1 января он будет работать в полном объеме. В любое время дня и ночи ребенок, который попал в трудную ситуацию, или у которого есть вопросы, или которому просто хочется поговорить, попросить помощи, или со своими предложениями обратиться, сейчас работает телефон 111.